Сегодня находимся в Лужниках на Phone Base. Мы здесь приехали играть в приставку. Очень давно это не делала, но с удовольствием сегодня это сделаю. Я на самом деле в 2K очень жестко раньше играл, это правда. На компьютере, на Соньке. Дома в свободное время для удовольствия вечером могу чуть поиграть. Последний раз я играла в 2008 году на компьютере, а здесь все совершенно по-другому. Но мне кажется, я быстро втянулась в любом случае. Мы Ткаченко и Карасева берем. Это бросок. Бросок, квадратик. Так, смотри. Подождите, стой. Это Ткаченко. Нам невозможно жить. Андрей Геннадьевич. Я с Лизой играл, короче, против Хамы и Жоси. Антон играл за Холдена, я играла за Андрея Геннадьевича Кириленко, конечно же. За кого еще? Там и трешка, понимаешь, и вид дриблинг, и игра в посту, и средний, все было. Смотрите хайлайты. А мы сегодня так на красоту больше играли, победа не нужна была. Но Холден сделал 4 перехвата, ну что, это же его работа, это хлеб. Как сел в ноги там в это. Это, наверное, было один из первых опытов, и спасибо ребятам, профессионалам, которые сидели у меня на плече, практически помогали мне. Он очень крутой наставник, и если бы не он, наверное, был бы сухой счет. Пас, давай, крестик. Василий Николаевич, сверху прыгнул. Андрей Геннадьевич, бросайте. Я один на сети играю. Бешеный уровень, особенно я. Получается. Что это было? Это мяч кого-то! Это хайлайт! Бросай! Так не у меня мяч! Да я знаю! В ближайшем будущем, ну, может действительно выстрелить, потому что на самом деле 3 на 3 же вначале тоже не особо воспринимали, а сейчас очень популярно кибербаскетбол. Еще он, мне кажется, более, так сказать, смотрибельный, много людей смотрят дома на ютубе, в интернете, поэтому, я думаю, может быть большое будущее. Приходите, мне кажется, прикольно здесь посоревноваться, на улице потусоваться, почему нет?